Почему тетя? Ой, бля. С нами человеки есть. О, с нами два склада. Давайте-ка, не знаю, вниз, что ли. Наверх. Давайте. Зачем? Давай наверх. Ну, наверх смотрите, падает. Мафиозники. И они наверх падают. Они наверх, они тебе на крышу упал один. Дуга, у тебя в ангаре двое. Один забежал, мочнутый только что передо мной. Убей его, пожалуйста. Ладно, не убивай. Тебя внутри чел. У вас кто в ангаре? На у вас? Тройка. Дали ангар. Видел. О, это по мне! А, ты дурак. Двое ног. Ног один. Ног второй. Убил третьего. Подожди, это два склада? Получается так. Все, больше никого не будет. Не, нахуй тебе мой валялся. С нами два склада падало. У тебя маги еще внутри, ты сколько убил чего? Я двоих нахуй. И они не дотекли, да? Один мертв, другой вот здесь, вот на коленках. Идите, возьмите ассист с него. Это жестко было, брать ту херню. Никак иначе. Я понимаю, ты пацан жесткий. Не, ну этих я, конечно, разложил, как не знаю. Вообще в секунду, что-то калаш вообще прям. Куда остальные падают? Да все наверх вроде падали, да? Или у меня? Да, не, ну внизу по-любому кто-то есть, камон. Да, есть. Поняли, да? Где? Вот этой душ. Этажка, первый этаж. Да. Блин, если бы он чуть-чуть левее стал бы, я бы его убил. Вот, ну, в туалете на втором. Спускаюсь. Че, друзья у них есть где-то? Бля, если он сейчас затаился, конечно, это огонь. Делюсь аптеками, у меня ноль. Убегает 60, а нох. А, вижу. Два шота в нем. Ну, у меня, ребят, видишь, на метке, на единице. Классно. Я догоню его. Смоки расхиды. Два шота с миника в нем. Да, он уже похилился. Смоки расхиды, да, он далеко не ушел. Ты успеешь только прийти над ним выйти. Был вправо, около правого смока. Все. Куда бежишь? Был, понятно, пацан. А давайте просто будем сейчас ездить и фармить челов. Я не знаю, я хочу прям, чтобы мы килов сделали, не знаю, прям. На тридцаточку, минималочку. А нах, убийца хочет килов. Да. Хочет убивать. Не, а много ли килов хочешь, анох? Тридцать, ну, в смысле, я имею в виду не на соло, а на команду. Двадцать пять сейчас сделали, можно не 30. А нахуй, ты когда делаешь 25 килов, ты вот потом после этого что делаешь? Такое нельзя говорить. Ну а если, так сказать, сгладить? Это не гигиенично, так сказать. Салфетку в руки. Блин, да. Вот сейчас сказал вот это вот. И мне уже... Уже захотелось, что ли? Нет. Что-то продолжение придумал.
Ты уже этот, адресная строка уже там. Да? Yeah. Ты знаешь, что будешь вбивать. Салфетку в руки. А его там сохранил. Идите на, брю... на брюки. Я на дорогу пошел, короче. Принимать людей. А как самолет летел? Да пофигу, поехали в центр круга. Не с восьмеркой. Мне надо знать, блядь. Что... Вообще... Ну, блядь, по дороге поедут кто-нибудь или нет? А кто знает, как летел самолет? Ты давай не нервируй Дугара, скажи ему, где самолет летел. М-ку, М-ка есть где-нибудь? М-ка. Мемка была. Дайте мемку. Я вообще с карабином. У меня, если что, басик есть, я без мемки не могу. У тебя пикап еще есть. Там. А что у этого чела было, кстати, Дуга? Я, бля, не помню. Мемка? Мемка не было. У него либо мка была, либо берила, я что-то не помню, бля. Забыл. Бери, бери. А, уф. Каты ломаются на двору. Пей, пей, попей, пейс. Пей, пей, пью, пью. Пью, 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 тупи. Вроде самолет летел как-то вот так вот. Вроде как. И? Ты не помнишь, что... Со ёж? Стороны... Да, 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 да. Не вижу пока никого. Ну, по идее, пикада могут быть, но пикада поедет по-другому совсем. Поехали вот сюда, и тут будем встречать, я думаю, там будет вижу, вон, пикада там на крыше скачет, рыбит. Прыгунчик. На двоечки встанем. Бля, вы мне забрать не хотите? А у тебя тачки, тачки нет? Нет. А мальчик заберет. О, забирай мотик. Он бусик. Супер. У меня только одна аптечка, к сожалению. Как-то так вышло. Я тебе дам еще. Тоже. Еще маг. У меня пикапчик. Пикапчик. Садись, дорогой, подвезу. Че вот этот пикап поедет? Пикапчик. Едет, а, вперед, такая пчек. Вперед, ну что вы едете? Ой-ой-ой. Алтяра вывел. Че вы встали? Закрывать. Сейчас знаешь, сколько народу поедет? Сколько? Не надо. Точно? Нет. Понятно. Так мы закрываем или мы не закрываем? Ну, я не знаю. Я бы занял что-нибудь. Ну давай, давай, давай. Поехали просто занял. Они, видимо, за синьку сейчас просто спасили. С этим пацанам это было удачи желаю. Ух, камень какой классный. Потом скиллфит смотришь, там минус типа 3 хп. Реально классный был камень. Такой прикольный, что я же решил его поцеловать. Вот сюда. На двойке. Вот мы там сейчас зафармим. А, да, 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 понятно. Вот сюда, вот сюда на двойке. На гору. Не в кем. В спине челы стреляются. Блин, пацаны. Вот. Там ротация шла, там крепко. Ну, а чекните кем? Кем подо мной чекните? Вот это я бы дымерку залутал. Это моя вы чека. Ладно, я заеду сюда, дымерку залутаю. Я бы М-ку подлутал. Знаю, в кемпе нет. Баги какая-то. Как мы ехали? По полю, да. Я пропускаю баги, не стреляю. Я тоже... А за ней никого, лол. Ну да, да.
Нафиг мы тебя пропускали. Ну я этот мотик взял, поеду этот. Шкинкей встану там и закрываю. Он сюда что ли заезжает, я не понял. Блять, нет, самолет и дугар завелся. Дальше проехали. А где? В бетонку вроде бы заехали. Ну-ка, ну-ка. А, он один, вообще можно душить. Нет, он не один. Трое, трое минимум. О, миник наш. Контакт. Че, пушите что ли? Мы играемся. Я тогда вот эту горку займу. Или че? Или на тройке они, на тройке. Тут восьмерка в химпе является, если хотите забирать, приезжайте. Я к вам поехал. Если я сюда подъеду, вам же видно будет все, да? Хорош. Блин, пошел. Ну, горли успокаивает. На метке в будке идем. Без головы, второй этаж бетонки. Вырезать мне его хотите? Нет, ребят? А где он? Ты на пункте. Арох, аккуратно, там вот около а четверки, тебя где-то чел там был. Чекайте второй этаж бетон. Я тебе говорю, что там аккуратно. В голову дал ему, в голову дал ему, он внутри. Это я четверку на пол. Интересно здесь. Там full squad есть. Бетон также второй этаж. А, я жёг одного. Хороший хрен. А четверка еще люди. Интересно здесь. Ну чела не было, ни хрена, ни хрена. Под лестницей. Второй хорош. На нашу позицию, брат. Сюда. Кушать хочется. На крыше ног, Мак, можешь дохавать. Не вижу, какая крыша. Пятиэтажка, ползает вон. Белая пятиэтажка.
Все, доел, 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 доел. У меня хп парни целые сидят. А как ты живешь, чел? Поехали, поехали к ним, Дуга. Без головы и тела, чел. Вот это вот и ближний, скажем так. Перебежал. С дальней будки. Кирпичку сама. Сколько их там было? Двоих. Ну как вы живете? Откуда сюда стрелял? Не понял. Либо с первого, либо со второго. С первого, походу. Слева в кемпе у меня есть. Здорово. Передо мной тачка, парни, толпа. Она стопнулась? Да, да. Кемп иногда поглядывает сейчас время. Прям передо мной. Очень лох хп, очень лох хп. Нок один. Хорош. Каленый второй. Возле Мирада. Нокнул. Еще один там. Точно? Точно. Кем надо посмотреть? За спиной. А кемп нас смотрит уже. Нормально, они не пушат. Нок один в кемпе. И вот запустим хорошего, они вообще да, в говне там. Поехали, да поехали. не надо. Зачем? Где-то под единицей, короче. Им потом вообще деваться некуда, в эту зону идет. Их ни машин, нифига нет. Я вот сюда в ЛГ заеду, покошмарю их. О, это можно, только не на. Да, точно метка, тройка, парни. На этих тоже надо сфокусироваться. Парни, вы в курсе то, что я вас так буду кошмарить? А, бля, надо было их дожимать, типа, чтобы вот эта заноза задница не была здесь. Лука, ты сколько видишь? На метке нокнул ты. Они на первом этаже двое. Они просто фул меня смотрят. Так, а еще, еще где двое? Ано, посмотри, пожалуйста, хочу подойти. Чего, чего, чего? Посмотри, пожалуйста, хочу подойти. Это перезарядки. Ног по одному. Хорош. Я уже не помню, второй этаж, еще один. Ты на первом ног? Ну? Да, на первом ног. Там еще один. И на втором этаже. Корякер. Без каски. Вторая часть. Преснулись первый этаж. Я пошел ближе к ним, Кёш. Двое на первом ок. Второй этаж ног. А, бл... а смоги ближние, это что за фигня? Второй этаж влево. Второй этаж, типа, еще один. У тебя близко должно быть уже. Да, вижу. Он... На тобой не прямо близко, комната. На метке моей. Да, в вешке? Да. Хороший молик. В ЛГшке я видел. Лучше. Они сгорели? Они сгорели все? Да, да, да. Голову дал, третьим шлемом голову дал. Не, где она там? Блядь, чё, взорвусь нахуй. Парни, нахуй, хлопа. Да, хлопа нужна, наши там это попадали. Ну, отмылся. Фрак.
броник найду. Да, там есть, наверху третий, вот где они сгорели. Там третий хороший броник. Где звук, может? Самолет, естественно, вовремя появился. Накидал обоим. Угу. Пытались подпушить под забором один. Они в химпе уже. Мак еще на справа на четверке должен быть, типа. Блять, меня смотрит. Не нокнись больше, Кёш, я дошел тебе. Не нокнись. Мак еще меня на метке контролит. Понял, иду. Куда мне топ это иди? Прям на четверке. Как он меня так стер? Я первый раз нормально парни не торопились. Двое. А, парни, ага. Пацаны. Надо мной сейчас выйдет. Ты один. Я хилюсь смог. Хай кидает. Боже, как мы проиграли. Я иду живи. Он все. Ваше все вроде. Нет, еще у них должен быть один. У вас. Почему у нас. У них у нас склад. Остался. А, ну это сольник, и все, и у нас склад последний. Они еще у нас бегают. Идите быстрее зону занимайте. Так, вставайте. Сколько их там было? Трое. Там будки сидит, лутается. И, если есть хаи или молик, закиньте в будку, все это лутается, а ФК сидит. Перезаряжается. Пацаножка. Сейчас видишь его дуга. Да они не близко. Ой-ой-ой. У меня тут. Тут у тебя пикает уже, обходит. Тихо-тихо-тихо. Блять. Там два. Ну да. Они фулсхваном остались, что ли? Трое. Беда. Обида, конечно. Как они не сдохли? Их столько дамажил. Так дамажил лют. Это вообще жесть. 920 дамагу. Фига, Мак 4700 настрелял. Ты что, крейзи? Данила. Дима, ты что, крейзи?